Всем привет! Сегодня у нас 17 июля 2020 года. Украина, город Кременчуг. Хочу показать вам новый сорт моей коллекции. Сорт Алычи Лыхны. Это российско-грузинская селекция. Такой вот краснолистный сорт. Это первые сигналки на дереве. Получается привитый сорт на подвой Пуми Селект. Пробовал, вкус неплохой. Сейчас сорву пару штучек и продегустируем. Тут у меня всего завязалось около десятка. Вот так вот имеет вид. Это в разрезе. Очень такой красивый, шикарный цвет. Сейчас покажу дерево, как декоративно выглядит. Вот так вот выглядит дерево. Лист красно такой, зеленый. Молодые побеги, когда растут, они вообще такого бордового цвета. Вот. В данный момент верх листа такой темно-зеленый с каким-то таким бордовым оттенком. А низ листа бордовый. Он очень интересно смотрится. Такой вот. Если персик вот у меня на заднем плане, то зеленый. А этот сорт выглядит вот так. Пагон у этого сорта такой бордовый. Бордового цвета. Короче говоря, вот еще есть плоды висят. Сейчас сорвем, они уже мягкие. Тут он даже сломала веточку. Положим на веса и продегустируем его все вместе. Так, давайте посмотрим, какой вес. На Пуми Селекте, конечно, он не будет крупный. 44 грамма. И мои весы неровно стоят. Средний вес у него 40 грамм должен быть по описанию. Сорт морозостойкий. Сорт устойчивый к болезням. Но это все в описании. У себя надо смотреть не один год, как он себя будет показывать. Да, по 40 грамм. Но это Пуми Селект. Может быть, на дикой алыче он вытянет и покрупнее размер. Давайте разрежем, посмотрим мякоть. Мякоть сочная у него. Красивая косточка, не отделяется. Вот такая вот красотуля. Считаю, неплохой ранний сорт, такой декоративный, красиво смотрится. Долечкой. Размер не очень крупный, но вот такая вот. Но в принципе я пока остался довольным. Как будет урожайность, посмотрим в следующих годах. Ну вот такая вот красота. Бидон, конечно, классный. Давайте глянем, сколько сока. Вот мякоть какая. Сок есть. Сочный сорт. Давайте продегустируем. Косточка вот такая вот маленькая, не отделяется. Хороший сбалансированный вкус, сладкий, кислинки практически нету, какой-то своеобразный легкий аромат сливы у этого сорта. Класс, по вкусу хороший. Ну-ка разлупить его вот так вот. Такая мякоть. Оно сока вот очень много. Не, сорт хороший, заслуживает внимания. Мне понравился. Такой вот, кто не любит кислые сливы или алычу, вот это, в принципе, сорт для них. Пока снимал видео, кончилась зарядка на камере, елки-палки. Короче, сорт очень красивый. На вкус хороший. Должен быть устойчивый к морозу. Должна быть зимостойкость у него высокая. И устойчивость к болезни тоже должна быть высокая. Но от себя скажу, что я еще сказать
конкретно за него ничего не могу. Это первое сигнальное подношение в этом году на второй год на Puma Select. То есть, ну, будем наблюдать дальше за этим сортом. Так, конечно, очень красивый, шикарный. Цвет мякоти, конечно, классный. Красный такой, сочный. Кого заинтересовал сорт, есть черенки в небольшом количестве. Звоните, заказывайте, прививайте. И будет у вас расти вот такая вот красота эксклюзивная. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.